қанша нәзік құйып тұр асқақ әннің шырқа бастап даланың ер дихандар еңсенбей биік тұр біз бүгін қайнаған еңбектің ортасында жүрген ауыл шаруашылығы қызметкерлерінің төл мерекесіне жиналып отырмыз армысыздар жиналған қауым Словно капельки пота, роса на земле. Есть такая работа, людям вырастить хлеб. Отражая полнеба, блестят. Посвящается хлебу наша жизнь на века. Землю мучает жажда, и ветры секут. И сумеет не каждый вахту выстоять тут. Согревают ладони молодые хлеба. В них живет, не утонет, мое счастье, судьба. Добрый вечер, уважаемые друзья, дорогие гости. Добрый вечер. Разрешите поздравить вас с профессиональным праздником, Днем работников сельского хозяйства. Беру в ладонь пшеничное зерно. Оно тяжелое, как золотой песок. И как роса прохладное оно у хлеба роба на морщинках щек. И цвет его, как солнце, чистый свет, рожденного зарею и выше спокойный свет. Как песня давних лет о предках, долетавшая ко мне. Хорошо, и здесь осталось.
На сцену приглашается исполнительный директор Марковник Виталий Викторович. Добрый вечер. Хочу сказать, что вот этот каравай, который мы сегодня получили, он очень тяжелый и очень весомый. В нем очень много вложено труда, любого физического, морального труда. Хочу сказать, что такие караваи, они должны быть каждый год. Потому что только этим мы можем развивать свое социальное развитие. Мы можем сидеть, вот, заседать в зоне культуры, проводить такие прекрасные мероприятия. Вот эта сцена, на этой сцене выступают дети. Вот к этому мы должны стремиться. Конечно, материальное обогащение тоже должно быть, но самое главное – это наше социальное развитие. Хочу поздравить вас с праздником и пожелать всем крепкого здоровья. Здоровья в каждом доме, здоровья и благополучия в каждом доме. Чтобы к бабушкам ходили внуки, к дедушкам, чтобы к родителям ходили дети, и никогда эта тропинка, никогда она не зарастала, а всегда более и более была протоптана. С праздником! Награждаются грамотами и денежными премиями лучшие из лучших труженики сельского хозяйства нашего села. Мы просим подняться на сцену механизаторов бригады номер один. Горовец Анатолий Васильевич. Кушеваев Ребек Анатолий Ильинович. Соловьев Максим Викторович. Я хочу пожелать вам, уважаемый механизатор Анатолий Васильевич, вы постарше, хочу пожелать здоровья, всего-всего хорошего, чтобы у вас в доме всегда было быть хорошим, благополучие, всех вам благ, здоровья и дальнейших, наилучших, хороших успехов. Все равнялись в бригаде, ну и не только в бригаде, а вот
чтобы о вас все знали, сейчас в зале присутствуют дети, они же видят, кто поднимается на сцену, они знают вас в лицо. Это очень здорово, когда вас знают передовиков, те, которые являются авангардом и в бригаде, и в производстве. Хочу вас поздравить с праздником и пожелать крепкого здоровья, благополучия и всего-всего хорошего. Меньше по жизни грустите, уважаемые друзья, не грустите, именно так не грусти, именно так называется следующий музыкальный подарок в исполнении вокальной группы. Ваши аплодисменты. Чужая любовь осталась и не пришла.
разрешите поздравить всех с профессиональным праздником, Днем работников сельского хозяйства. Пожелайте, прежде всего, здоровья, всем благополучия, удачи, чтобы наша деревня всегда цвела, была жива, богата. Всем добра! Thank you.
Ивановна! Щетинина Людмила Ивановна! Не смолкают бурные аплодисменты! Для поздравления на сцену приглашаем Прокманты Анатолию Приреченко, Прокопенко Рамиль Григорьевич. Добрый вечер всем! Поздравляю всех с праздником, ждем всех вас, работников. Желаю всем добра, благополучия, удачи, любви, чтобы в семье было всегда тепло, уютно. Всем спасибо за работу и больших нам и качественных урожаев. Спасибо. Нагрузка значительно увеличилась, работы много, и, конечно,
находящимся в центре, хотелось бы выразить низкий поклон этим людям. Вот действительно сегодня механизатор, ключевая фигура нашего предприятия. Вот сегодня хотелось бы выразить слова благодарности не только механизаторам, но и водителям, работникам зерносклада, вот, работникам БТН, ГСН, всем коллективам, которые работают на благо этого хлеба. Вот, конечно, деревни никогда не бывают гладко, то рубашка коротка, то сушилка сгорела. Поэтому все будем останавливать, вот, сбавлять темпы не будем. Вот, и сегодняшний день хотел бы сказать вот, большое спасибо всем, поздравить всех с этим профессиональным нашим праздником, пожелать всем крепкого здоровья, вот, успехов, семейного благополучия, всех благ, всех с праздником. Конечно, это главное, и выполнение всех производственных работ, которые стоят перед коллективом, это самое главное. То, что у нас здесь сейчас светло, уютно, хорошо и тепло в этом доме культуры на всех производственных участках, немалая заслуга Андрея Михайловича. И вот Сергей Владимирович, который здесь, конечно, не все поднялись на эту сцену, но я хочу им пожелать творчества, чтобы наш дом культуры, наши участки были освещены более как-то по-современному уже немножко, и чтобы наша техника никогда не подводила. Хочу поздравить вас с праздником и пожелать всего-всего наилучшего, чтобы благополучия и здоровья.
На сцену приглашается коллектив Речинского дома культуры. Все 150 человек, вы их поздравите, потом они все это слышат, хорошо. В вашем лице принимает весь ДК поздравления от исполняющего обязанности акима Речинского сельского округа Каримова Асубека Жулановича. Подрастающего нашего поколения, за наши таланты, которые вы растите, которые вы показываете на сцене районного масштаба, областного. Хотел бы пожелать вам большого творческих успехов, прежде всего здоровья, чтобы хватало на все терпения. Сейчас как бы тоже мы разговариваем даже танцевальные, знаете, да? Только пока еще не можем найти специалиста, я думаю, у вас все получится с вашим богатым опытом этого таланта. Хочется пожелать прежде всего удачи, успехов. А я вот без своего прикольного человека сделал. Игорь, большое спасибо. Награждается коллектив Дома культура за участие в общественной жизни села и в честь Дня работников сельского хозяйства. Поздравляю.